Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я покажу, как на устройстве Vivax Fly 6 включить функцию загрузки приложений из неизвестных источников. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел приложения уведомления, дополнительно специальный доступ, установка неизвестных приложений. Здесь видим полный список приложений, через которые можем устанавливать через неизвестные источники. Давайте дадим такой доступ, к примеру, Google Chrome. Даем доступ этому источнику, и теперь можем устанавливать из неизвестных источников через Google Chrome. То же самое можем проделать со всеми остальными приложениями из данного списка. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!